серия. Артем, туда. Значит, Артем, ложишься на спину головой ко мне. Ближе сюда, пожалуйста, вот здесь. Ушли, ушли. Вот здесь, в середине. Артем. Ближе. Чезар, заходишь между ног. Артем, он садится между ног. Ты берешь одну руку, убираешь в сторону и делаешь болевой. Смотрите. Раз, два. Еще раз, пожалуйста. Смотрите, захватывает, да, ручками. Оп. Так, а теперь медленно. Значит, еще раз. Видите как? Захватывает руку и разворачивает. Еще раз, пожалуйста. А руку убирать не надо? Какую? В сторону, вот которую, на которую ты делаешь болевой. Нет. Ну, вот на которую болевой делаешь. Вот эту? Да. Зачем мне присутствовать? Зачем, да? Что тебе хорошо так получается. Хорошо. Итак, вы вдвоем туда. Пастухов начинаешь делать. Так, Денис Сырбу, вы вдвоем. Денис первый делает, Бутук делает, Владимир. Аджина, 2 минуты. Один вправо, один влево. Не боремся. Не боремся, Чеза. Не боремся. Отработка болевого приема. Оп. Право. Пошли. Право, влево. Денис, держи руку. Двумя руками. Денис, возьми руку, убери сюда. Одну руку отсюда убери сюда, любую. Вот так. Толстый живот, здоровая сзади.
замечание. Раз. Потом я вас беру, и вам будет делать еще. Вы не будете делать. Вы не обижайтесь, но так. Поменяли с тобой номер. Баскетбол с номером доли. Руку убрать. Смотри, ты не ближнюю руку убирай, а дальнюю руку. Это и сюда. А это прижимай к себе. Даня, посмотри на меня. Даня. Ты не ближнюю руку, ты дальнюю, дальнюю. Раз. И это, и потом разворачиваю. Типа, новый. Дальняя. Ну, просто вот. Разворачивай голову сюда. Так ты руку держи, далее. Нет, ты здесь. Одно здесь, другое здесь. Еще разворачивайся, Майя. Ты лежишь к нему лицом. Ты должен вытащить так. Нет, Андрей, посмотри, Андрей, нет. Андрей, ты как лежал, ты только ноги поднимал. Посмотри еще раз. Не ближней рукой, а дальней рукой. Сюда. Как какая дальняя? Вот еще раз. Это все еще. Давай. Вот смотри. Вот это. Вот это. Эту руку придерживай. Уже легче.
партнер ложится на спину, второй его между ног. Нижний партнер должен стать в стойку. Верхний партнер не должен ему позволить это сделать. У вас 10 секунд. Да. Азер. Стань в стойку. Стань в стойку. Матей, стоп. Встать надо на ноги. Легли. Приготовили. Между ног. А на что надо встать? Что тебя еще растет? На что ты встаешь? Приготовили. Владимир, Серго, Чезар и... Вот только Владислав. Встать в стойку. Хорошо. На ноги встать. Еще раз. Первый номер, его задача зайти за спину за партнера и сделать захват туловища или руки. То есть зайти назад. Второй номер, если будет выходить, я буду подзывать и буду бить. Вы должны стоять в центре. Вы не имеете права выходить. Приготовились. А это не борьба получается, а черт и что. И хочу бороться в центре. Ну, Бескомп ко мне. Почему ты взял за спину? Ты работаешь или что? Да ты не работаешь. В любом случае нападаешь и защищаешься. Не должны тебя заходить за спину. А если за спину, значит, ты не борешься. Сейчас садись, отдыхай. Сыр был отдыхай.
Помоги избить парка. Стоп. Две вещи. Первое, будьте аккуратны, чтобы вам по голове не ударили коленом. И второе, когда человек походит вниз, раз он может вставать, а раз встает, то по подбородку ударяет голову. Поэтому, когда стоит, и чуть-чуть боком голову убирает. Итак, нападает Чеза, потом нападает Мариус, нападает Иисус, потом, а здесь нападает Дани. Перевести соперника в парк. Перевели, 2-3 секунды и в стойку встаем. Нападает Сырбу, а Песку, потом Сырбу. Хаджина! Вперед! Нападает Чезар, Пастухов защищается, Владимир защищается, Утук защищается. Вперед! Вперед! Вперед, Денис! Перевести его в парта! Защищают.
Ставки. Стали по парам, как были. Первый номер. Болевое право, болевое время по счету. Вес кимоно. Приготовились. Первый номер делает болевой. И держит в этом положении. Когда я говорю готовиться. Приготовились. Раз. Болевой. И сидим, и сидим. Держим. Далее, что с твоими руками? Поменялись. Ой, вернее. Раз. Приготовились. Два. Быстрее, Денис. Приготовились. Три. Приготовились. Четыре. Приготовились. Пять. Баскетбас, поменялись. Это кто у меня? Еще раз, мальчики, посмотрите внимательно. Привыкаете. Вам дело сделали, говорю, раз вы легли вот так, рука, а это рука. Никогда не отдавайте руку, даже в тренировке. То есть никогда не отдавайте руку. Перевернули вас, держите руку так, так, чтобы рука прямой не была. Привыкните и будете всегда выигрывать. Второй номер. Приготовился. Раз. Убираем руку, разворачиваемся. Приготовились. Все фиксируют, чтобы я видел. Два. Давид разворачивается. Голова между ног. Приготовились. При болевом. Голова должна уходить между ног соперника. Два. Три. Сербо, голова между ног соперника. Приготовились. Вот тут, только что говорил, не держи руки так прямо. Четыре. Держи согнутую руку. Другой помогает. Дядька, зачем тебе две руки дал Бог? Приготовились. Чтоб ты держала. Пять. Это как ты в драке. Вот ты в драку попал, тебе раз. И ты раз и лег, тебя убили. Стали в стойку. Стали в стойку. Бросок через бедро. Первый номер. Пять раз. Приготовились. Раз. Два. Три. Три.
ногу толстую. Матвей, поменяй. Денис, ты что это такое? Что с тобой сегодня? Совсем голова не варит. Что ты делал в субботу, в воскресенье? Готовился к тренировке? Готовился к учебе? Или, наверное, в игру играл до 3 часов ночи? А? Второй номер. Хаджиме. Раз. Второй номер. Приготовился. Два. Приготовился. Три. Дай. То же самое. Ну не играет роль, а толстая попка. Куда? Ну двигаться надо. Приготовился. Три. Приготовились. Четыре. Приготовились. Пять. Пастухов, что с тобой? Нормально. У тебя что, подучие что ли? Матвей, встали. Что ты падаешь? Он не успел ногу поставить, ты же упал. Так, конечно, на соревнованиях можно все выигрывать. Дали стойку. Задача. Пастухов одной рукой. Я не проигрываю. Вперед.
Отец Денис ушел. До свидания. Мог прийти чуть раньше покачать. Бегал, отвлекал. Так. Сюда. Пять раз делаем мельницу. Покажи, Артем. Пацаны, вот это плохой кроссовок. Влад. Делаем мельницу. Ты пять раз, он пять раз. А затем я смотрю. Три самых двух уже всех дел. Еще раз будет падать. И вправо, и влево по пять раз. Понятно? Приготовили. Первый номер пять раз. Хаджин, раз, два, три, четыре, пять. Окей, поменялись, поправили плавки. Второй номер, раз. Три. Владимир, сколько говоришь, что руку не снизу брать, а сверху? Четыре. Пять. Блин, вообще, берешь, смотри, берешь руку, садишься, он сам прыгает. Ты отпускаешь руки и упираешься, чтобы он тебя не ударил. Как можно сделать бросок? Ну вот ты в драке после этого делаешь. Да, в драке. Подержись немного. Что? Скажу, что поставить ногу. Да. Не успеешь. Лайк, если он спина. Так, пастухов на спину. Удержание сделать, руки в стороны, захватить туловище. Готовы? Хаджин! Аккуратно, сука, с его ногами. Раз, два, три, четыре, пять. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот и приготовились. Ты будешь помогаешь Чезару, вот тут сюда. Сюда. Ложишься на спину, потом можешь ходить на живот, высокий низ. Приготовились. Аджина. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Боевой на ногу не делать. Шесть. Семь. Восемь. Так, это вон, мы сейчас.
Ему шито. Так мы вдвоем, вам по два шито. Все равно ему шито. Дисквалификация. Сталин. Сталин. Так. До свидания. До свидания. Сыр в бутылку туда. Значит, сейчас вы готовитесь, делаете по три броска вправо, три влево, мельница. И затем я проверяю, и вы делаете еще мне по пять бросочков каждый. Сейчас подготовьтесь, вправо, влево. Единственное, что интересно, так берете, мне нравится. Раз, а вы смеете вот отсюда, вот чтобы вот отсюда было, а вот это, оно так не очень хорошо. Так, Пастухов, 5 бутылки будет оставлять. На. Только несколько. Не только не ты. Выходи, нечего воду пить. А вы не пьете. А что он делает? Пальцы перемыл. К ногам, да? Пальцы к ногам. Хитрый Пастухов. Так, ставим, мельница. Значит, смотрите, делаем. Один раз вправо, один раз влево. Один раз вправо, один раз влево. А поскольку? Три вправо, три влево. Приготовились. Аджины. Стынга. И дряпка. И меняемся. Стынга, дряпка, меняемся. Стынга, дряпка, меняемся. Назад нельзя кидать, это замечание, предупреждение. Так, все, ты делаешь плохо, будешь падать. Даник, вы делаете плохо, придется заказать. Работаем! Стынга дряпка, баскинбас. Стынга дряпка, баскинбас. Стынга дряпка. Учись. И также в другую сторону. Все, теперь он кидает. Вечером выдержит.
Что сидим? Боремся? На спину. Держи его, Владимир, и лег вместе с ним назад и держишь, и все. Дениса, наверное. Здесь Кона. Два, блин, Витя. Бросит все и уходит. Ну что, готовы? Первая схватка. Чемпионат Европы. Еще раз, Пастухов, все приемы без падения. И когда делаешь бросок, старайся, да, в ту сторону или руку держать, или двумя руками. Готовы? Так. Тебя надо нагрузить, чтобы тебе плохо было. Нет. Готовы? Посмотрим. Аджимен. Три схватки по 5 минут. Thank you.
что спросит? Да. Ну вот, вот так и стойте. Так и стойте. Сейчас она отойдет, ты будешь бороться дальше. Владимир, на ковер. Держитесь и не бросайте его. Возьмите захват и не бросайте друг друга. Взяли захват. Вот так и стоит. А ты говорил не выиграть. Ты пон. Победили Сергей Анатольевич. Так и пон. Кыши пон. А говорил, что он тебя не выиграет. Летел как птица, блин. Красавчик, ну, Влад. Только думал тоже сделать чугуня. Он из колен тебе сделает, если надо. Через плечо. Опа! Красавчик. Да, Влад. Красавчик, сэр. Это называется подсечка под сухого. Красавчик. А чебаняска это будет бросок Влада Бутука. Боремся. Владимир, пока у него нога болит, 30 отжиманий, 30 приседаний, 30 раз пресс. Даник, делай то, что можешь. Давай, пресс делай, отжимания. Хорошо, молодцы, пацаны. Вот. Даня, пресс. Давай, нога не болит. Давай. Пресс. А сколько? 30. Давай, мой красавчик, давай. И болевой мой. И болевой. О, красавчик Артем. Так красиво, да? И упал, и не больно. Стыдно. А что стыдно? Нормально, он не насиловал.